Так, всем здорово. В общем, не нашел я ничего лучше Fallout 2 и игры моего детства. Ой, пойду, пожалуй, я ее, что ли. Карьера тут. Ну, тут дофига всего. Гонка самая лучшая на свете. Что взять-то? Так, начинаем мы с драндулетов. И заканчиваем. Давайте вот это возьмем. Пускай будет оранжевое, как тухлый мандарин. Так, ну это я уже знаю. Поехали, начнем гонку. Так, три лиги, дерби, гонки и стрит-рейсинг. Мы начинаем. Начинаем с самого слабого, самого металломного. И заканчиваем самым лучшим. Поехали. Так, камеру подальше. Сейчас вспомню. Так, сейчас вспомню, как это вообще играется все. Музыку я не стал выключать. Да, эти тут мудозвоны. Как назад смотреть? Ладно, не надо. Ой, что хотел сказать-то? Музыку я не буду выключать, потому что без музыки совсем говно будет какое-то. Я хоть если даже буду молчать, вы можете музыку послушать. О, блин, машина-то как управляется. Ой, стой. Вот, авторские права прилетят, да и фиг с ними, с этими авторскими правами. Не вообще по барабану. Самое главное, чтоб не забанили ничего. А желтые значки, пускай они приходят сами по себе. Не пофигу. Так, поначалу тут легко. Я, кстати, еще Fallout Ultimate Carnage 2008 года хотел. Ну, блин, там что-то какое-то все темное. Освещение поменяли. Ох ты ж. Раскидали тут хлама. Освещение там темное, нам что-то не понравилось. Я как-то пробовал ее немножко поигрывать. Лучше уж я стандартный Fallout 2005 года, что ли. Поехали пока аккуратненько, будем ездить. Я никогда в жизни не проходил эту игру. Всегда в детстве играл. Доходил до какого-то сложности, до такой, что там жопа разлеталась на куски. И все, после этого мое прохождение заканчивалось. Так, тут еще этот есть. А, контур мне неудобно, азот жать. Ладно, перенастроим. Ой, я мудак. Не, нормально. Ай, стой, колымага. Стой. Тихо. В разнос пошла. Так, тут у нас три круга. Последний круг едем. И смотрим. Пока машинки медленные. Соперники медленные. Ну, дальше там будет веселее. Я, блин, как из детства помню. И музыка тут гениальная. У меня до сих пор в плейлисте. Она... Палка-то куда? До сих пор в этом плейлисте. Иногда в телефоне слушаю. Потому что музыка тут... Супер-пупер-мега-класс. Так что слушайте такую музыку. Там вон написаны эти... Исполнители написанного высвечиваются. Если кому-то интересно... Можете записывать и искать где-нибудь. Так, тут летаем. Тут мы едем. Так, ну это легко. Ой, извините. Так, стали тейлы, бац, бабах, па-та-та-тах, выброс, хулиган, мулиган. Так, ну тут я ничего не заработал в этой, в толкучке. Потому что тут поначалу легкотня, как обычно.
Ты толкнем, падлу, на тебе. Ох, блин, он. Ой-ой-ой, убойный. Разбился дядька. Пошел вон. Костыль, нога. Да что, вы что такие? Да... Эти мудозвоны-то. О, покрышка. Так, ну пока обгоняю всех легко. Это давно всем известно, что тут очень легко. Так, я надеюсь, меня там слышно. И просто я уже не знаю, что проходить, какие игры все вообще. Вы бы хоть посоветовали что-нибудь в комментариях там. Я же знаю, что вы посматриваете иногда мой канал. Поэтому советуйте. Так, ведро с говном улетело. Тут легко, тут сейчас я буду всех обгонять и впереди ехать. Вот, впереди буду ехать, ничего сложного. А потом я помню с детства то, что там очень сложно будет, но сложность тут, кстати, по-моему, нельзя выбрать. Или подождите. А, нет, тут нельзя, ладно, давайте сейчас завершим и посмотрим. Суть в этих гонках. А какая тут суть-то? Ну, переехать живым. Вот весь смысл. Что это я летаю? Извините. На музыку по-любому авторские права тут есть. Ну, блин, я делаю все для себя и для вас, чтобы было приятно слушать. Меня, может, неприятно слушать. Но вы хотя бы музыку послушайте и насладитесь этим гениальным саундтреком. Кто это подобрал все? Великий человек. Я засмотрелся и в канал уехал. Хоть азот пустим. Так, сюда надо на асфальт. Все, финишировали. Бац, бац, бац. Так, ну ты первый. Так, поздравляем. Ну что-то у меня шрифт не влазит в этот. Какие тут гонки еще? Давайте еще вот эти три гонки посмотрим. Будем помаленечку, потихонечку. Бац-бабах. Трах-мах. Музыка гениальная. Я прям балдю. Так, вы что, тюнингованные стали, что ли, или что? Так, тут так-то можно... Да ты, падла, да что ты? Ах ты, подтолкнул. Ой, из моста обрушили скоты. Так, тут так-то, в принципе, можно приехать всех уничтожив, но это очень нечасто получается. Так, вот тут я помню одна бочка... Как сейчас помню, бочка постоянно висела без всякой какой-то опоры. Просто в воздухе висела. И все. Так, тут я по асфальту поеду, там не хочу. Блин, вот как будто вчера играл. Вот помню все, наизусть. Вот что значит. О, блин, о, стульчики. О, стульчик, вот это надо сломать. Что-то я заметил. О, диван выпрыгнул с машины. Так, тут... Блин, вот помню. Ну, блин, это не объяснить словами. Как будто я вот только вчера в нее играл, в эту игру. Прям нахлынула молодость. Бочка не висит. Пацаны глюк исправили.
У меня раньше диск был купленный в ларьке за 150 рублей. Поэтому, может, там бочка висела. А тут она не висит. Ну и графика неплохая. Ну не знаю, кому-то может покажется устаревший. Ну блин, я непривередливый. К графике я могу любую старье запустить, и мне будет по... Мне будет удовольствие буду получать. Поехали там. Так, накидали говна опять. Эти хоть азота пустим. Так, у кого ностальгия нахлынула, поставьте там лайк, что ли. Подпишитесь на канал. А то 100% уникальных зрителей не смотрит мой канал. Смотрит без подписки, о как. Так правильнее будет. Лучше вы подпишитесь. Ну спасибо, кто подписался там. Кто лайк поставил. Там вон по крыше можно поехать. Извините. Но я не буду там проезжать. Последний круг. Ну что-то соперники отстают. Захотелось мне, хотел Underground 2 пройти, но... Думаю, дай-ка я Flatout 2. Первый можно было, но первый не такой эффектный. Там больше, как оно сказать-то... Так, что-то не знаю, что сказать. Так, в общем, насчет первой части, там больше какого-то реализма. А тут больше... А тут больше веселья. Fallout Boy. Ту-ту-ту-ту-ту! Пошел нафиг, пошел ты в жопу, козел. Ах ты, спойлер с вас засаный. О, пикап, пикап. Пак, пикап. Пикап, до свидания. Вот это малютка. Это малютка. Так, вот эти машины. Как камни. Ой-ой-ой. Блин, а что вы меня... толканули-то? Сейчас я тебе под... Падла. Давай, улети. Вот тут такой коробчушки, знаете, на что похоже? Иди отсюда. На окушку. Если в этой машине в стену врежешься... Блин, какая тяжелая створка. Если вырежешься на этой машине... Пока. Крутись, вертись. Че тут, блин, если вырежешься, в общем, на этой машине в стену, сдохнешь сразу на месте. Я думаю, так. Так, кстати, начинаются сложности. Эта поганка... соленая. Она не отстает. У меня азот полный, надо пшикнуть, бибикнуть. Там можно было по пляжу поехать, ну ладно. Нам надо самое главное сейчас гнать, чтобы нас не догнали. Мостик! Нормально. По звуку должно хорошо быть. Это не точно, я как обычно, это же я. Я в своем стиле, все... миллион раз проверил и все равно не настроил ничего. Они же не сбили. О, ладно. Пронесло, ладно. Это что такое? Нифига полено. Или это сено? Не знаю, со зрением плохо. Извините, плохо вижу. Старенький стал. Я просто могу молчать и слушать музыку. Куда поехал лодка? Блин, газуй, нитрус. Лодка на мель села, поэтому не двигается нифига. Так, геймпад тут, по-моему, не работал. Или я даже не пробовал. Да что такое?
Извиняюсь. Ох, классная песня. Твоя машина помялась. Офигеть, лепешка. Третий круг. Ну, пока по сельской местности гоняем. Дальше там будет... Помню, там дальше город будет. И там начнутся сложности, по-моему. Игруха, конечно, классная. По-моему, сейчас квест от этих разработчиков. Fallout 4, кстати, у меня есть на канале. Вы можете ознакомиться с этим видео. Там, конечно, микрофон старый. И я... готовый. Классно. А как выйти-то отсюда? А вот так вот. Так, бац-бабах, так-бабах. Так, сколько еще? Еще последняя трасса. И потом... А потом все. Никельбэк. Блин, сколько они, интересно, за лицензию на музыку заплатили в то время. Это же надо. Так, так шляпу сними, Кегель. Оу. Бац, бабах. Так, вы куда поехали? Бензоколонку заправился. Бензин дорогой, а они бензоколонку взорвали. Скоты. Так, заборы. Покедова. Так, Кэти Джексон. Так, ты что тут едешь? А, блин, да куда ты поехал-то? Кусты ж... Ох ты. Так, вот видите, они начинают ускоряться. Эти чилибрики. Тележка. Тележка. Футбол из тележки. Так, они начинают... Начинают напрягать. Не сильно, но начинается. Блин, что за бой-то такой? Да куда? Стой. Разнос пошла. Азот, бегом. Так, этот желток догнал. На пятки наступает. Блин, раскидал тут. В общем, в эту игру можно играть бесконечно. Каждый, наверное, буду до самой старости. Так, камни не сильно тяжелые. До самой старости буду играть, наверное, в нее. Вот сколько лет прошло? Да даже не знаю, давно было и давно. И вот я опять ее прохожу, теперь только... На память останутся у меня видео. Старый буду сидеть. Буду смотреть. Последний кружок. Лошок. Я музыку слушаю. И сказать нечего, я все сказал. Так, ну эти отвалились. Чувачилы. Вот, они отстали там. Но это поначалу первой гонки. Не помню, до какой лиги будет легко. Там поглядим, посмотрим, в общем.
Нормально. Азот выпустим. Максимальная скорость 170 км в час. Нормально. Все, мы прошли две гонки. Поздравляем, закончен соревнование. Так, тут есть еще дерби. Есть трюки. Новую машину открыли, да? Джип тяжелый. Ага. Ну это типа квалификация была. Вот она. Начинается. Так, тут можно трюк пройти. И дерби. Потом, если что. В общем, это гениальная игра на все времена. Советую, кстати, поиграть вам. Если не хотите играть, можете у меня посмотреть прохождение. Оно будет 100%. Я пойду. Тут очень весело. И вот такие вот дела. Давайте, увидимся, когда увидимся.